Всем привет и добро пожаловать на канал Шара Геймс. Начиная с данного выпуска, мы вместе с вами будем все глубже погружаться в виртуальный мир браузерных MMORPG, а именно поиграем в хитового «Рыцаря Дракона», или кому привычнее оригинальное название «Dragon Knight». Сегодня мы рассмотрим, что такое боевой рейтинг в игре, как он начисляется и можно ли его дополнительно повышать. Смотрим видео и мотаем на ус. Боевой рейтинг – это общий показатель всех характеристик вашей команды. Чем сильнее становится ваш герой, тем выше ваш боевой рейтинг, и тем более сильных врагов вы сможете одолеть. Также благодаря данному показателю вам будет открываться все больше постоянных событий. Свой боевой рейтинг можно увидеть слева вверху под своей аватаркой. Рядом расположена кнопка советов по повышению данного критерия, и которая будет актуальна в использовании на любых уровнях. На старших уровнях здесь же в соседней вкладке можно будет посмотреть оценку своего боевого рейтинга по доступным параметрам и от них уже отталкиваться при его прокачке. Рассмотрим данные параметры подетальнее. С начала игры шкала героя повышается за счет нашего основного персонажа. Далее с 11 уровня открываются умения. С обретением 15 уровня мы можем дополнительно повышать уровень и нашим напарникам. А с 26 уровня нам станет доступна функция улучшения класса всей команды, которая заключается в смене цвета персонажа и приобретении ими звезд. Шкала маунта повышается за счет тренировки нашего скакуна. Данная функция открывается нам уже с 9 уровня. Параметр снаряжения увеличивается начиная с 20 уровня, когда собственно и появляется первая возможность примерить доспех на главного героя. На рекрутов снаряжение открываются на 26 уровне. С 35 уровня добавляется функция зачаровывания экипировки, а с 40-го ее улучшение и синтез. Думаю, всем уже понятно, что у всех ваших активных героев должны быть полные комплекты снаряжения, и чем они лучше, тем больше заполнена наша шкала. Также с 35 уровня нам предлагают инкрустировать в наше снаряжение различные гемы, повышающие атаку, защиту и здоровье наших воинов. А будучи 50 уровня, к ним прибавляются астралы, что также повышают нам характеристики. Шкала колец любви связана с возможностью заводить брак с игроками противоположного пола и, соответственно, улучшением самих обручальных колец. Данная функция открывается нам на 36 уровне. Шкала дракона становится доступна с 45 уровня и повышается с пробуждением и улучшением самих драконов. И последний пункт – оценка моды. Также доступна с 45 уровня, но для ее повышения вам придется потратить реальные деньги, так как костюмчики для вашего главного персонажа не бесплатные. Пускай этот параметр и не указан в советах, но я неоднократно замечала, что при улучшении навыков гильдии, которая становится нам доступна с 32 уровня, боевой рейтинг также немного увеличивается. Что ж, как набирать боевой рейтинг в игре Dragon Knight, мы разобрались. А сейчас предлагаю поддержать данный выпуск вашими лайками и поделиться им с друзьями в соцсетях. Также не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие гайды по Рыцарю Дракона. А с вами был канал Шара Геймс, всем до новых встреч!